Иди скорее, иди. Иди, Тима. Это ты собака, собака. Такие добрые глаза, да? Друзья, всем привет. Вы на канале «Дело было на рыбалке». Сегодня решил сделать выезд на безмотылку. Вот меня вот такая собака встретила, интересная. А там пес. Добрый такой. Я его покормил уже. Он теперь за мной по пятам ходит. Куда я, туда и он. Вот такая собака. Собака-собака. Вот, сегодня взял только без мотылки. Больше ничего не брал. Ни мормыша, ни мотыля, ничего, ни опарыша. Никакой прикормки. Сегодня только чисто бурим лунки. Проверяем на безмотылку, что в гастрономических целях составляет интерес. Соответственно, забираем, все остальное будем отпускать. Не знаю, что получится, ну, надо пробовать. Сегодня вот еще выгуливаю новый костюм. Как бы вообще он до минус 15, но утром погода была минус 16. Сейчас приехали когда на реку, тут минус 19. Но днем обещали минус 8. Посмотрю, как что получится у костюма. Замерзну, не замерзну. В любом случае, я вам по завершению сегодняшнего выезда расскажу свои эмоции про рыбалку и впечатление от нового костюма. Все, я пошел бурить лунки и рыбачить. Ой, ты выбражулька, выбражулька, да? Чтоб тебя погладили все, да? Тебе недобрые глаза хитрые. Ну все, пойдем. Пошли рыбачить, пошли рыбачить. Пойдем рыбачить. Пойдем рыбачить. Пошли, пошли, пошли. Пойдем, пойдем рыбачить. Пойдем, 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 пойдем. Поклевка была. Чебаковая. Чебачок взялся на обманочку. Дерзкий. Ах, сошел. Сход, ребята, сход. Народу много. Приходится потихоньку как-то пытаться что-то изобретать. Все-таки я его обманул. Чебачочек. Маночку опять взялся. Вот у меня похлёбочка была. Вот тут даже лунка тут. Вот это хороший чебак. Уже едовой. Счастье мое. Быстро кончится, если меня кто-нибудь увидит, что я ловлю. Слышу, кто-то идет уже. Похоже, кто-то меня спалил, ребята. Хорошая поклевка, ребят. И рыба чувствуется, что повесомее. Чебак. Кстати говоря, если клюет чебак, то можно попробовать его поймать на гвозди кубик. Сейчас я попробую еще буквально пару проводок.
выйти на эту мормышку. Вот. У меня там коза, сверху мухомормыш подвязан. И попробую достать удочку с кубиком. Опа. Кто-то загиб был. Ребята, вот эта рыба серьезная. Загиб, во-первых, был хороший. Во-вторых, сопротивление сильное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это ясь. Потому что это ясь. Такой язишка. О. Это мне уже нравится. Есть. Выманил все-таки его, выманил. Вот он. Чебачок. Как заглотил так глубоко. Слышу, говорят люди, парень ловит. Но вроде пока никто не подходит близко. Пока вроде соблюдают рыбацкий этикет. Все, слышу, начинают обуривать уже. Сами-то не могут найти, начинает обуривать. Есть. Выцелил. Ты ё-моё, подлещик. Нам не интересен. Начинает обуривать. Сразу шуруповертом. Спорить бесполезно. Все. Только так. Вот она, поклевка сразу. Чертика, пожалуйста. Какой бойкий ты парень, бойкий парень. Таких мы не берем сегодня, да и всегда. Лещ. Да, это прям лещ. Вот она поклевка. Высоко так было. Метр почти от дна. А, так это чебак. Чебак, чебак нам нужен. Чебака я люблю. Вот она. Опа, вот это хорошая рыба, чувствую я. Как бы опять не рязь, ребят. Либо чебак жирный. Чебак жирный. Алюторский чебак. Нет. Вот ряз. Вот ребята поставил чертика, и мне кажется, дело наладилось. Не сглазить бы. Посмотрим дальше, что будет. Вставай. У нас мини-обед. Да, у нас обед, как всегда, тут все всегда одно и то же. Это чай, сало, хлеб. Все, всем приятного аппетита. Сейчас покормим собачек. Держи.
Ты тоже держи. На. Ты молодец. На еще. Вы только не деритесь. Че деретесь-то? Держи. Ты молодцы. На еще. Ты молодец. Ладно, ребята. Тоже хороший. Если подлещик, то хороший. Если чубак, то тем более. Да, вот он, ребята. Видите, какой? Пускай живут. Ох, бодрят они такими поклевками, прям бодрят. Смотрим, то леска трещит, лунки, вода, водоизмещение. И кто тут у нас? Подлещик у нас вот такой, да? Такой подлещик. Такой вот. Отпускаем его. То, что нам нужно. Зачем охочусь, то и поймал. Это хорошо. О, такой грациозный подъем был. Так приподнял снизу, так хорошо. Остановочка была такая. Тоже вроде неплохой чубачок. Я думаю, чубачок, да, чубачочек. Берет на обманочку. Блин, лишь бы меня никто не спалил. Если спалят, все, атас будет. Сразу обурят, и все, ничего не будет клевать сразу, соответственно. Я вот тут пробурил две лунки и сижу вот на двух лунках, пока вот одну проверять начал, ко второй еще не подходил. Даже боюсь передвигаться, чтобы смуту не наводить. Оп, видели, сразу поклевочка была. Только отпустил, сразу снизу была поклевка со дна. Вот он, чубачок. Хорошая поклевка была. Кто там у нас? Чубак. Хороший чубак. Такого чубака я хотел бы половить. Продолжаем дальше. Блин. Надо шепотом разговаривать. Народ потихоньку подбирается ко мне. Сейчас, наверное, скоро мое счастье кончится. Была поклевка так высоко, метр от одна. Тяжесть, кстати говоря, есть. Ну тоже это все хорошо, поклевка. Да, ну это мы
обратно опускаемся. Вот так вот рыбачит. Вот это серьезная рыба, ребята. И поклевка была тоже у нее серьезной. Сейчас посмотрим, кто здесь. Ух ты, леска трещит. О, все, встала в лунке. Блин, наверное, зацепилась верхней мормышкой. Вот он. Вот он, подлещик. Какой. Вот такой вот подлещик. Но я их сегодня, в принципе, не беру, их опускать буду. Пускай, убегает. Поклевку подарил, эмоции подарил. Пускай живет. Ребята, вот пока рыбка не клюет, я вам хочу показать некоторые кадры. Когда мы со Славой выезжали на разведку, пытались найти новое место на комбайны. И, к сожалению, там рыбка была, но полноценного фильма с того материала не получилось. Чтобы не пропадать материалу, я предлагаю вам кратко самые интересные моменты с того нашего выезда посмотреть. А потом продолжите просмотр уже сегодняшнего ролика, где буду ловите на безмотылку. Ну вот, друзья, с ночи загиб один. Там еще один есть у нас. Может быть, на втором комбайне, на центральном, тоже загиб. Но там только замерзло, если все. Ночь была морозная. Сейчас будем делать проверку. Сейчас проверяем его. Ну давай. Нормально, доставай. Что-то мне кажется, тут ничего нет. Тоже пусто, что ли? А, нет, есть. Есть, да? Какая-то рыбка есть, но что-то не тяжелое. Прям вот она. Лещ. Подлещичек. Ё-моё, куда ты-то? О, что это такое? И палка. У нас клюнула палка и подлещичек. А съедено, Слав, вообще везде, в принципе. Да? Ну это подлещики вот такие шарятся здесь. Ага. Ну мы его отпустим, нафиг он нам нужен такой. Конечно, это штрафной. Иди отсюда, эй. Эй. Штрафбат. Это штрафбат. Вот такой загиб на этой точке, который плясал, была поклевка. Только не говори, что коряга. Рыба есть. Засопился? Не, не зацепился. Рыба есть. Вот на, начинает. Хоть бы не ясь. Блин, ну рывки такие, как будто ясь, Слав. Да? Угу. Блин, на песках тут, если ясь. Да, ну в принципе тут язя много было. Тут помогать на те сразу будет. Ну я, в принципе, наготове, вот тучок прям нормальный. Главное не зацепиться за палец. Ясь, Слав. Ясь. Хороший ясь. Это ясь, хороший ясь. Давай сразу по-быстрому, чтобы не замерзли они. Ребятки, первый успех на комбайне. Первый успех у нас. Ну вот такой вот язёк. С третьей нашей проверки все-таки удалось поймать.
Вот он сработал, вот он берет. Ну как нет? Ну вот подъехали такой бым-бым-бым-бым. Поклевка. Нет, ну что-то есть, но. Не крупная? Либо это лещишка небольшой. Сейчас увидим. Либо не пойму я. На дальнем. На последнем, на дальнем. Да нет, это ясь, наверное, все-таки. Лещ? Не, лещишка неплохой. Ну, да. Неплохой, килограммовый лещишка. Пойдет. Вот ну, это мне больше нравится. Так что здесь мы, наверное, еще пару комбайнов поставим. Уселся? Давай. Пучочки снимаем. Да. Засопился. Пучки снимаем и ложим. Обратно. Засопилась. А. Ты что, засопился? Ты что? Засопился. Так вот деды у нас говорят, где мы до этого рыбачили на комбайны. Так ты что, зацепился? Засопился. Да, зацепился. Ну, слава, скоро дедом будет, у него хорошо получается. Вот он, наш верный помощник сегодня. И вчера был. Ямаха Викинг 540-я. Ну вот на ней мы исколесили все эти просторы. Нормально прям прокатились на ней. Вот такая красота. Как будто ножом все сняли. Ровненько так. Все, вот все потихоньку собираются домой. Еле волоча ноги, уходят в сторону автомобиля. Целый день сегодня рыбачу я вот на такие приманки. Это вот снизу коза, а сверху обманочка муха-мормыш. Правда, он уже изрядно потрепался у меня за 2 года, но еще работает. Как видите, он привязан на петельке у меня, на скользящей. Ну и коза вот такая. Друзья, вот такой получился у меня улов сегодня на безмотылку. Забирал только чебаков, подъязок и окунишка. Вот. Вот такие вот прекрасные рыбы на безмотылку сегодня меня радовали поклевками. Прям нормально, хорошо все было. День прошел отлично. Ну что, друзья, хочу вам поделиться теперь своим мнением о этом костюме. Как уже сегодня утром говорил, что уезжали с города было 16, приехали на реку было 19. С утра маленько было мне прохладно. Как только солнышко начало подниматься, стало уже комфортно. Днем, как обещали, температура была 7-9 градусов. Днем мне было вообще, в принципе, в этом костюме удобно, во-первых, по потому что ничего не сковывается, а во-вторых, было тепло. Функционал тоже у него хороший, карманов хватает, есть куда что прибрать, поэтому мне он понравился. То есть смело в минус 15-17 градусов выезжать в этом костюме, рыбачить можно. Но опять же, я не такой мерзляк, я не мерз, но если кто-то мерзнет, то, соответственно, в такую температуру уже я бы не советовал выезжать. По рыбалке что сегодня скажу. Перепробовал 4 вида безмотылок. Из них хорошо себя показала эта коза с мухомормышем и 2 чертика еще. Но большинство рыбы было все-таки поймано на козу и чертика. Оставил только чебаков, окуня и подъязка. Все остальное... Вы видели, я выкидывал всех подлещиков, этих штрафных, я все выкидывал. Душу отвел, рыбалка мне понравилась, потому что в этом сезоне зимним еще на безмотылку и не рыбачил. Все были комбайны. Все-таки вот дошло время и до безмотылки. К тому же сейчас такое время уже, когда началось глухозимье,
Вот сегодня 6 февраля. То есть еще маленько и уже будет весна. Будем уже скоро закрывать зимний сезон. С нетерпением ждем. Все-таки мы уже открытую воду, где будет другая рыбалка. Совершенно другие краски у природы. И другая рыба, опять же. Всем желаю хорошего настроения. Не болейте. Всем пока.